Добрый вечер, друзья! С Рождеством Христовым! Хотелось бы высказать свое мнение о таком увлечении, как гадание и колдовство в ночь на Рождество и на рождественские святки. Да и вообще хотелось бы высказать свое мнение о всяких гадалках, о колдунах, экстрасенсах. Смотрите наш ролик на эту тему. И оставляйте свои комментарии. Увидимся. Не ходите к колдунам, чародеям, магам. Хуже только станет вам, вы не верьте гадам. Лучше вам не станет, люди, от их заговоров, от гипнозов, талисманов и нелепых вздоров. Дьяволу они все служат, и душой, и телом. Крест Христов один нам нужен, с ним ходите смело. В храм ходите, причащайтесь, Бога прославляйте. Во грехах почаще кайтесь, совесть очищайте. Слишком много колдуны получили власти. Виноваты сами мы в дьявольской напасти. Сами также не беритесь поиграть в игрушки. Зря вы, люди, не боитесь дьявольской ловушки. Мерзость это перед Богом, всякие гадания. Горе слишком в мире много от такого знания. Не смотрите ТНТ, экстрасенсов, битвы. Гадость эту на ТВ тянет как магнитом. Говорят, вот черный маг, говорят, вот белый. Все одно. И это враг, с ним имеем дело. Враг таких, как мы, глупцов, тащит в ад, поверьте. Мы не слушаем отцов православной церкви. Горе много у страны. Почему? Не знаем, потому что в игры мы с дьяволом играем.